Приветствую вас. Смотрите, мне кажется, что глобально у вас сейчас есть два пути решения проблемы. Первый путь – это признать, что ваша позиция, ваша точка зрения относительно семьи, относительно мужчины, относительно отношений, относительно своей роли как женщины, как жены, как матери, и относительно любви в целом. Ну, мягко говоря, не совсем была корректной, мягко говоря, была несколько идеализирована. И вообще-то говоря, мужчину вы выбрали, не сказать, чтобы особо полюбили. Да, вы пишете, что влюбились, но, извините, то, как вы описываете, да, влюбленность, то, что вот вы думали, что я буду Христа запаздывать, что он будет все к моим ногам, балует и все такое. Но это больше вот вы хотели быть в полной безопасности, хотели, чтобы вас защитили, а вот самостоятельно ответственность брать за свою жизнь, за себя, за свои интересы вам не хотелось. Соответственно, у вас вариант либо признать, что позиция ваша была не совсем корректной, и начать ее менять. Вот, начинать менять ее нужно с себя, с своего личностного роста, с работой, со страхами, с самооценкой, с укреплением вашей личностной зрелости и так далее. Да? Либо вы продолжаете идти своим путем, который выбрали, но опять же, если идти этим путем, то сейчас нужно решить, что делать. Либо вы действительно будете своему мужчине помогать, чтобы он вновь стал тем, кем он был, и, собственно, чтобы у вас было все хорошо. Либо вы на какое-то время затаиваетесь, выстраиваете подушку безопасности и, собственно говоря, начинаете искать другого мужчину. Вот. Решать, конечно, вам. Но по большому счету, вот у вас достаточно жертвенная позиция, да, то есть, смотрите, вот в самой по себе постановка вопроса так, как вы делаете, ничего плохого нет. То есть, мужчина-лидер, да, там, что делает и так далее. Ничего плохого нет. Не очень хорошо, что вы отца ищете в мужчинах, потому что это мотивирует вас быть ребенком в отношениях. Не очень хорошо, что вы стремитесь к состоянию, как у Христа за пазухой, и апеллируете к своей красоте, эффектности и молодости, потому что это все-таки достаточно условный момент. Но то вам это угрожает, вам это может причинить, негатив, вред. Но в целом позиции ничего в этой позиции нет такого страшного, она вполне может быть. Другое дело, что такие отношения называются скорее по расчету, нежели чем по любви, да? Вот. И как бы опять же, вы сами того не осознавая, может быть, пишете, что мужчина идеально соответствовал моему образу мужчины.
То есть это вот не принятие безусловное, да, человека, а это именно вот соответствует вашим ожиданиям. Вот. Кстати, все больше продолжает. Ну, ладно. В любом случае, эта позиция имеет место быть. Но желательно, чтобы у вас была четкая грань того, что дозволено, что позволено, да, что не позволено. Тому же мужчине, например. А вы описываете достаточно тупиковое положение, да? Ну, не тупиковое, даже неприятное достаточно положение вы описываете, при котором у вас, ну, по сути, есть ощущение безысходности. Но вы же как-то оказались во всем этом. Понимаете, какая штука. Вы же как-то оказались в этом состоянии, вы же как-то оказались в этом положении. А вряд ли вы оказались в этом положении случайно. Или сразу. Это происходило постепенно. И вы позволяли этому происходить постепенно с вами. То есть умение говорить нет, умение продвигать свои интересы, защищать их, отстаивать их. Возможно, иметь, ну, какие-то базовые средства для самостоятельного их обеспечения. Но это вот то, что вам нужно, чему вам нужно научиться, да? Потому что получается, как что вы решили, что всего добились, получается, что вам показалось, что вы в полной безопасности, вообще. И вы позволили своему мужчине делать все, что он хочет. Не только с вами, да? А вообще. А он теперь уверен, что вы никуда от него не денетесь. Он теперь уверен, что, ну, что у него все будет в порядке. Что-то позиция, к сожалению, достаточно негативная для вас. И мне кажется, что ее нужно корректировать. То есть вот, кто вот, ну, поработать с самооценкой, да, вашей уверенностью в себе, страхами, потому что та модель любви, вот вы пишете, да, я мечтала о семье, такой семье, которая выросла, такой мужчина, как мой отец и дедушка, то есть, как бы это вот достаточно такая неприспособленная, да, позиция у вас даже вот никнейм, да, аленький цветочек, да. Такое достаточно уязвимое что-то такое вот, не самостоятельное и так далее. Я не думаю, что можно однозначно сказать, что речь идет о любви, вот, потому что это скорее гиперопека. Вот. По поводу ребенка, ну вот по поводу своего ребенка, да, вы переживаете в целом вполне нормально, то есть, ну, ваши переживания закономерны, они естественны. А ребенку действительно будет крайне негативно чувствовать себя в такой атмосфере. Вот, и
Вопрос заключается в том, что вы хотите с этим делать, что вы будете с этим делать. То есть, опять же, здесь несколько вариантов. Вы можете гармонизировать отношения со своим мужем, но для этого вам придется отказаться. Придется отказаться от образов, ну, от образов мужчин, которые у вас вот есть. Вам придется отказаться от образов этих и взять, собственно, что-то новое. То есть принять факт того, что есть вот что-то новое, есть что-то, допустим, чего вы не знаете, например, есть что-то, к чему вы, к примеру, не были готовы. Вот. То есть как-то вот, ну, расширять. Ну, свое представление о мире, о себе, о мужчинах, о мире. Вот. Конечно, при условии, если вы этого сами хотите. Вот. Ну, а мы можем в этом вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю всего самого доброго и удачи!